Друзья, всем привет, с вами Санек. Ну, такой спонтанный видосик очередной. Сейчас точу мелочевочку. И все-таки решил запилить видос по вот такого рода резцам. Вот один из них. Раз. Да, по крайней мере, те, что у меня есть в наличии. И расточные, левый, правый. Вот он, правый должен быть. Смотрим, читаем, да, буква R присутствует перед номером пластины. Я в прошлом видео называл номер пластины, да, цифры. Но на самом деле это сторона пластины. Правильно меня поправили, мужики, что 0,9 это именно сторона. Она бывает 0,9, по крайней мере у меня, да. Вот, 0, точнее 11 миллиметров сторона. Вот. Вот он, 11. И так далее, и тому подобное. Но тем не менее, кому интересно, друзья, я не буду много рассказывать про них. Скажу одно, что вот такие вот резцы, вот такого плана, да, которые позволяют вот такие вот пластины использовать на 100%. То есть, работая на, допустим, проходном с одной стороны, где со стороны стружка лома, да, и когда стружка лом выходит из строя, разворачиваем, добиваем другую сторону, вот, и чтобы не выкидывать пластину, а мы ж народ русский, когда любим все ж высасывать из пальца до конца, придумали китайцы вот такие вещи, то есть использовать еще для черновухи, друзья, вообще шикарно использовать вот такую вот нерабочую сторону. Блин, вообще капец. Вот. Что здесь, что здесь. Здесь этими резцами, когда я протачиваю на черную, там, когда не привязан к размерам, примерно плюс-минус 2 локтя. Вот. Зашел. Торцанул с этой стороны, торцанул с той стороны, все, заготовку снял, до свидания, говорится, гуси-лебеди. Отличный вариант, рекомендую. Ссылки, мне говорят, ссылки оставляй. Мужики, ну, ссылки сами найдете. Я только могу показать вот эти буквы, цифры, да. Забиваете их в поисковике, и вам выскакивают вот такие вот вещи. Вот, ставьте на паузу. Считывайте, кому интересно. Это вот правый расточной. Это вот, допустим, цифры будут и буквы те же самые, только будет присутствовать буква L. Вот здесь. Вот. Ну, это 16. Также и вот эта штукенция. Не знаю, AliExpress в помощь, друзья. Вот, ставьте на паузу. Списываете, забиваете, и вам выскакивает нужный резец. Ну, точнее, державочка для пластины. Вот, они еще бывают разные, там под разными углами. Ну, я взял, по крайней мере, те, что мне в данном случае необходимы для черновушечки. Возможно, приобрету еще разных модификаций, именно вот для нерабочей, друзья, стороны. Как правые, так и левые. Они бывают еще разные всякие. Как читать резцы, я показывал в прошлом видео. Вот. Ничего сложного нет. Кто-то просит ссылочку скинуть там или еще там что на этот, на шпаргалку. Друзья, ну этого, блин, хотел сказать дерьма, но не буду выражаться. Этого в интернете, этой информации валом. Просто забейте и, ну как забейте, не на видос забейте, в поисковике, как читаются резцы, да, как прочитать державку и так далее, тому подобное. И найдете, кто ищет, то всегда найдет, вот как-то так. Работа тьма, мелочевки тьма, все уже 100 тысяч раз показано, рассказано, только, как говорится, смотри, повторяй, делай, никаких проблем. Вот сегодня вот болты нарезал, да,
своей приблудой дорезал резьбы, которая вот ставится на заднюю бабку. Да шикарно, друзья. Кто не видел, не опуститесь там по чату ниже и обязательно найдете эти видосы, как резать резьбу на токарно-винторезном станке, не применяя вот этих винторезных регулировок и так далее и тому подобное. Вот, как-то так. Все, всем пока. С вами был Санек. Итак, наболтал много, уже больше 5 минут. Скоро увидимся.